Всем привет! Сегодня обзор простого приспособления для запуска двигателя — аварийный аккумулятор. Форс-мажорная ситуация может случиться с любым и каждым. Так у меня вот год назад тоже произошло. Дней 5-6 у меня простоял автомобиль. Не закрыта крышка багажника была не до конца. И горел плафон освещения багажника, и аккумулятор сел. Вот в этом может помочь вот такая штучка. Тогда у меня не было, пришлось, конечно, аккумулятор выкручиваться, как-то заряжать. Итак, портативный аккумулятор. Все ссылочки на него я оставлю, а полное описание, если что не скажу, будут под видео. Простой, компактный. Функционал у него, вот он сейчас полностью заряжен, но он так и пришел. Лампочки индикации, полная зарядка. Когда при зарядке, 1, 2, 3 будут ярче мигать, гореть. Сейчас полная зарядка. На этой стороне это выход, я уже его использовал. На зарядку телефонов может как пауэрбанк использоваться. Я еще даже уже умудрился его использовать, вот стельки для рыбаков и охотников. У меня обзорчик есть на канале. Все нормально, в принципе, держит, греет. Здесь фонарик. Зажимаем 3 секунды, 5. Горит просто достаточно. Ну, сейчас ярко, конечно, в принципе, горит фонарик. Три режима работы. Еще раз нажимаем стробоскоп. Еще раз нажимаем просто сигнал SOS. Выключаем. Дальше идет на зарядку микро-USB. Заряжать можно как от компьютера. Порт, если в машине, USB-шный проводом кидаем. Ну и зарядку также от телефона. И здесь на подключение. Что здесь очень удобно, на подключение крокодильчиков и на клеммы аккумулятора. Здесь, в принципе, все, ничего не перепутаешь. Здесь круглая, здесь скошенная. Вот так, в принципе, это подключается и к аккумулятору. Достаточно крепкие контакты здесь. В комплекте еще и проводочек еще был, все самое необходимое, микро-USB, Type-C, ну и тут iPad, другие устройства, на зарядку и также на подключение каких-то устройств внешних будет использоваться, как пауэрбанк, я говорил. Также мануальчик. Китайский, английский, но я уже не буду с этим, все понятно. Устройство поддерживает двустороннюю быструю зарядку, как заявлено. Пиковый ток на выходе 400 ампер. Запуск двигателей до 2 литров. Цена вопроса я брал около 20 долларов. Ну, в рубли, я думаю, сложности в другие валюты перевести труда не составит ни у кого. Так, аккумулятор у меня сейчас заряжен нормально. Извините, кривого я лепить не буду, то бишь врать, подключать и заводить. Ну как, если форс-мажорная ситуация какая случится, или эта штука кому-то поможет вдруг на дороге еще, я отпишусь в комментариях. Ну на этом до свидания. Все интересное впереди.